меняются понятия, и мы сами. Весь мир меняется под небесами, и сами небеса меняются. Что остается, лишь то, что изначально нам дается. Лишь ощущение себя не потерять бы в игре азартной в жизнь, себя не проиграть бы. А риск велик, а шансы так ничтожны, и мы растеряны, потеряны, тревожны. И так внезапно мы подчас уходим, что и совсем еще на время вроде. Но раз ушли, уже нам не вернуться, не в силах даже напоследок оглянуться на тело, что без нас вернулось к жизни. На нас похоже, но это только призрак. Он там не сгниет, он, конечно, приживется. Среди таких же призраков найдется немало, кто в беде его не бросит. И уж, конечно, лишнего не спросит. Из тех, из призраков, так на людей похожих, ведь хочется побыть людьми им тоже. И так смешалось все, что трудно разобраться. Уже кто там ушел, а кто остался? И так все спутано, изменчиво и лживо. Где заблуждение, невежество, наживо? Где ложь во благо, умысел ошибки? Кто бьется сам с собой в режиме ошибки? Нашей тренировкой.